Так, такая проблема была вчера. Сигнализация не срабатывала, машина не закрывалась. Сейчас, видите, все работает. Оказывается, у меня аккумулятор сел до 7 вольт. Замерил. Здравствуйте. Времени заряжать не было, а машину надо было закрыть. Поэтому придумал вот такую штуку. Это литиевые батарейки, соединенные параллельно. Две ячейки здесь я применяю, одна не используется. И вот две ячейки полностью заряженные дают... Сейчас, подожди. Три ячейки, две ячейки, то есть три ячейки использую. Три ячейки полностью заряженные дают 12 вольт. Вот это и вот эта ячейка, соединенные последовательно. То есть вот плюс, плюс, минус, пошел на плюс вот этой, дальше отсюда минус пошел на плюс вот этой, вот сюда, нет, чуть не то, минус пошел. На плюс вот этой, дальше минус пошел на плюс вот этой, и минус вот этой снял с клеммы аккумулятор, чтобы он не сажал батарейки эти, и подключил к минусу машины. И все, 12 вольт она запиталась, и центральный замок заработал. Я смог закрыть машину. Вот такая вот придумка. То есть беру литиевые батарейки, набираю из них ячейки по 9 штук, соединенные параллельно. И три этих ячейки дадут 12 вольт, соединенные последовательно. А сейчас мы будем заряжать прямо на улице. Вот он, моя зарядка.